Молодежный российский детектив Ильи Куликова «Подслушано» занял первое место среди сериалов. Аналитику по количеству просмотров жителями Прикамья за 2021 год предоставил онлайн-кинотеатр «Кион МТС». На втором месте ожидаемо комедийный детектив «Афера» о масштабном заговоре во время карантина. Ну а на третьем месте более серьезный материал – это сериал «Немцы» по одноименному роману Александра Терехова. Ну а я начала свое знакомство с платформой «Кион» с сериала «Хрустальный». Сериал понравится не всем. Это очень серьезная и очень качественная работа, чем-то напоминающая настоящий детектив Мэттью МакКонахи. В топ самых популярных фильмов вошли как российские, так и зарубежные ленты. Пермяки чаще всего смотрели биографический фильм о советском летчике Девитаев, драму «Небесная команда» о футбольной команде «Локомотив», триллер «Те, кто желает мне смерти» и боевик «Mortal Kombat». Егор Тверетинов, Валерия Ермакова, Виктор Морозов, телекомпания «Ветта».